Икринки должны быть одинаковыми и недорогими. Эксперты рассказали, надо ли запасаться красной икрой к Новому году. Несмотря на снижение вылова лососевых, в 2019-м цены на икру в декабре не должны сильно вырасти. Эксперты считают, что запасаться икрой впрок не имеет смысла. Лучше всего купить свежую икру ближе к праздникам, чем рисковать при ее хранении в холодильнике. В этом году вылов лососевых оказался ниже, чем в прошлом. По словам специалистов, с учетом остатков икры с 2018-го и невысокой в ней потребности, в предновогодние праздники цены вырастут максимум на 15%. Лучше всего выбирать красную икру с маркировкой ГОСТ, изготовленную на Камчатке или в Сахалине, икринки в банке должны быть одинакового цвета, размера и не слипшиеся. Выбитые цифры на жестяной банке должны быть выпуклыми, а не вдавленными. Это признак заводского продукта. Идеальная температура для длительного хранения икры от минус 4 до минус 6 градусов.